Этот автомобиль – настоящая капсула времени. Он очень много лет простоял в гараже. Это ГАЗ-2410. 2.4, 98 год. Если он открыт, он открыт. Он уже приезжал визуально, как-то с хозяином мы знакомились даже. Запах советский, советский. Пару комментариев, давай. Ностальгия. Прям воспоминания детства сразу возникают от этого запаха. Обрати внимание на обивку сидений, как все замечательно сохранилось. Это настоящий коллекционный экземпляр, я не побоюсь этого слова, музейный экспонат. Поэтому посмотри, как открывается багажничек. Ты должен это видеть, ты должен это запечатлеть. Смотрите, как открывается. Раз, все четко. Обрати внимание, кузов, кабина окрашены эмалью. Так, слоновая кость написана. Музейный экспонат. Очень, очень нравится. Класс. Автомобиль остается у нас на комиссии и займет почетное место в нашем павильоне. И вы можете приехать, посмотреть, посидеть внутри этого автомобиля в нашем автосалоне. Несет корабли.